Тверской области выделит дополнительные средства на завершение капремонта 33 многоквартирных домов, в которых проживают почти 3000 человек. Такое решение приняло региональное правительство. Всего в прошлом году было отремонтировано 339 жилых домов, что позволило улучшить жилищные условия почти 35 тысяч человек. В этом году в программу вошли новые объекты, в том числе многоквартирный дом номер 2 на набережной Степана Разина, так называемый дом ворошиловских стрелков. Здание 1935 года постройки является объектом культурного наследия регионального значения. Оно расположено в ответственном с градостроительной точки зрения месте Твери. Работы на данном объекте должны быть проведены максимально комплексно. Это касается не только работ по фасаду здания, но и кровли, внутридомовых систем, электроснабжения. Здание требует особого внимания, отметил губернатор. При этом он призвал тщательно составлять список старых деревянных многоквартирных домов, подлежащих ремонту. Ремонт этих домов, одноэтажных, деревянных, которые уже выработали свой ресурс, сегодня должен быть очень четко выверен, потому что, наверное, было бы более правильным перейти на вопросы строительства уже нового, более современного малоэтажного жилья в наших городах и заниматься латанием дыр. Мы понимаем, что деньги можно потратить, тем более, как правило, эти деньги все измеряются миллионами рублей. И лучше начать уже делать серьезно, качественно, масштабно, там, из года в год обновлять это жилье. Это, думаю, будет для всех хорошо.